Быть здоровым – вот главная мечта 7-летнего Антона Хрущева из Нижних Серег. Но осуществлению планов мешает диагноз – детский церебральный паралич. Вести Урал совместно с Русфондом продолжает рассказывать о тех, кому нужна ваша помощь. Давай, помоги мне ножку. Давай, помоги. Вот. На пяточку поставим. Ежедневная гимнастика – залог здоровья. Это 7-летний Антон Хрущев знает с детства. Для него просто согнуть руку или ногу – уже настоящий подвиг. У мальчика детский церебральный паралич. Родная мать отказалась от Антона еще в роддоме. 4-месячного малыша усыновила семья Кокиных. Причем приемным родителям ничего не сказали о неврологических патологиях мальчика. Но когда о них стало известно, семья решила не отказываться от малыша, а заняться его восстановлением. Он вот как стойкий оловянный солдатик. Ножки прямо, ручки прямо, разгибательных функций нету. Ни приставить на ножки, ни присесть никак, не сгибает спинку. Вот так вот, полулежа. Вот. И забила тревогу, взяла направление, поехала в Екатеринбург к неврологам. Реабилитации в Екатеринбурге принесли свои плоды. К 4 годам Антон научился самостоятельно жевать, разжимать кулачки, несколько минут сидеть и стоять с опорой. Но из-за пандемии коронавируса лечение пришлось на время приостановить. Однако сейчас ребенку готовы помочь в Институте медицинских технологий в Москве. Антону необходима госпитализация. Мы постараемся снизить тонус мышц, укрепить их силу и выносливость, увеличить объем движений, развить координацию и мелкую моторику, недостающие навыки и речь. Стоимость лечения без малого 200 тысяч рублей. У семьи Кокиных таких денег нет. Но помочь Антону можете вы. Достаточно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. В ответ вас могут попросить подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Роман Сумин, Вести Урал.